Добрый день. Здрасте. Так, сейчас я доску открою. Так, это будет вторая доска по сложности вычислений. А, вот она. Так, в прошлый раз мы с вами что, доказали NP-полноту трех простых задач, а именно 3КНФ, независимое множество, клик и вершинное покрытие. А сегодня докажем NP-полноту трех других задач, таких уже сводимости будет посложнее. Сейчас я перечислю, какие. Значит, во-первых, это так называемый subset sum. По-русски я бы мог его назвать задача кассира. Значит, subset sum. Значит, что это за задача? Нам дано набор чисел. Ну, давайте их называть x1, x2 и так далее, xn. И еще n плюс первое число, мы его назовем y. Значит, все это натуральные числа, и, как обычно, даются они двоичные записи. Кто у нас шумит, интересно? Так, может, это я шумлю, хотя это невероятно. Так, ага, видимо, я все-таки... Значит, ну и надо узнать, можно ли y представить как сумму каких-то из этих чисел, причем каждое число может быть использовано только один раз. Существует ли подмножество s множество индексов от 1 до n? Которого, если просуммировать все числа с индексами, с вот выбранными индексами, то есть с индексами z, то получится в точности y. Но почему это можно считать задачей кассира? Вот кассиру надо сдать сдачу в размере y копеек. А у него есть монеты в x1, x2 и так далее, xn копеек. И вот вопрос, значит, можно ли вообще сдать сдачу этим набором монет, которые у него в кассе есть. Значит, и числа могут здесь повторяться, но, тем не менее, каждый из этих чисел можно использовать только один раз. Но очевидно, что эта задача лежит в NP, потому что сертификатом будет вот как раз булевский вектор длины N, показывающий, какие числа надо брать, а какие не надо. И проверить, что сертификат годится, можно очень быстро, просто сложив числа соответствующие, проверить, что получится действительно y или нет. Ну, поскольку складывать мы можем за минимальное время, то это задача из NP. И вот сейчас мы хотим доказать, что она не просто из NP, а что она NP полна. И сведем мы к этой задаче задачу вершинного покрытия. Значит, теорема, которую мы докажем, что задача вершинного покрытия сводится вот к этой задаче. Давайте я SS назову кратко, subset sum. Давайте я напомню, что такое задача вершинного покрытия.
машинное покрытие, нам дан граф и еще натуральное число. Давайте вот там зовем. Причем на этот раз не важно, дается ему двоичная или лунатная запись, на сложную задачу это не влияет. И нас интересуют такие графы, в которых есть вершинное покрытие из k-вершин. Вершинное покрытие – это такое множество вершин, что оно покрывает все ребра. То есть каждое ребро инцидентно хотя бы одно из этих вершин. Существует вершинное покрытие. Из k-вершин. Вот, значит, когда мы сводим вершинное покрытие к задаче subset sum, то что нам дано? Нам дана какое-нибудь, значит, исходные данные для задачи о вершинном покрытии, то есть граф и число. Их надо за полинальное время переделать вот в набор чисел x1, x2, xn. Xn надо, n надо выбрать как-то, ну и y. И сами числа, естественно. И с таким свойством, что в графе G есть вершинное покрытие из k-вершин, тогда и только тогда, когда вот для этих чисел, значит, задача о кассире разрешима. И, значит, преобразование должно выполняться за полинальное количество шагов от длины исходного данного. Ну, фактически, можно сказать, от количества вершин графа G. Ну, давайте мы через V обозначим множество вершин, а через E множество ребер. И давайте для примера даже нарисую какой-нибудь граф. Вот пусть там ребра, а вершина 1, 2, 3, ну, как сколько вершин, скажем. Какие вообще свободные индексы? M вершин, пусть у нас. Ну, пусть M будет там, я не знаю, 4. Значит, вот последняя вершина имеет номер 4. И скажем, вот такие ребра. 1 соединено с 3, соединено с 4. Ну, пусть скажем еще 1 соединено тоже с 4. Вот. Ну, ребра нам тоже удобно будет обозначить. Давайте их обозначим А. Б, С и Д. Значит, у нас 4 вершины, 4 ребра, так получилось. Вот. И значит, вот такое исходное данное нам нужно преобразовать в задачу, ну вот, в набор чисел. Значит, чисел будет у нас столько, сколько ребер и вершин. Ну, то есть, если у нас 4 ребра и 4 вершины, то чисел будет 8. Ну, вот этих, еще плюс y, плюс 1, то есть 9 всего. И удобно эти числа нарисовать в виде матрицы. Значит, вообще мы числа будем представлять в позиционной системе счислений. Для этого доказательства можно выбрать любую с основанием не меньше 4. Ну, например, можно взять вообще десятичную систему, можно четверичную. Ну, даже на самом деле можно и троичную, но проще считать, что, скажем, четверичное или любое основание больше. И дальше мы вот такую матрицу пишем, рисуем. Значит, зачем нам матрица? Мы по строчкам этой матрицы расположим, значит, записи, десятичные записи этих чисел. Значит, в матрице будет столько строк, сколько ребер и вершин вместе. И, значит, мы будем нумеровать, да, а столбцов столько, сколько ребер. То есть вот здесь мы по столбцам нарисуем их отождествим с ребрами, значит, в нашем случае А, Б, С и Д. Первые N чисел мы отождествим с вершинами, значит, 1, 2, 3, 4. Остальные с ребрами, то есть А, Б, С и Д.
Дальше мы запишем все наши числа просто вот в десятичной системе исчисления. Младший разряд будет справа. Следующим образом. Вот в этой первой части матрицы, верхней, мы просто напишем эту самую, как это называется, матрицу инцидентности этого графа. То есть каждое ребро у нас соединяет две каких-то вершины. Мы там поставим единички в этой матрице. Например, ребро А соединяет вершины 1 и 2. Мы, значит, здесь две единицы поставим. Ребро B – вершина 1 и 3. Значит, мы здесь 2 единицы поставим. Ребро C – вершина 1 и 4. А ребро D – вершина 3 и 4. Значит, вот у нас будет единица, а все остальное просто заполним нулями. Что называется матрица инцидентности графа. Вот. А еще мы добавим в эту матрицу один столбец дополнительный слева, там, где старшие разряды, и там одни единицы напишем вот в этой первой части матрицы. Матрица инцидентности, еще одним словом, добавляем единичный столбец. И кроме того, вот эта вторая часть у нас будет, а там мы просто единичную матрицу. Нет, вот здесь ноль, вот в этом дополнительном столбце одни нули, а дальше единичная матрица. У нее как раз размер ее равен количеству ребер на количество ребер. То есть 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, ну и так далее. Дальше там 0. 0, 0, 1. Вот, это будут как раз наши числа Y1, YK. Вот Y1, YN, Y2, YN. А число Z, ой, у нас, извиняюсь, это не Y, мы X их называли. Что-то... Это будут наши числа x. А y удобно в ту же матрицу дописать последней строкой. Y будет выглядеть так. У него будут во всех разрядах двойки стоять. Во всех, так сказать, младших разрядах. А кроме того, в старшем разряде будет стоять k. Ну, значит, давайте считать, что у нас вот исходное k, скажем, равно, ну, 2. У нас как раз есть вершины покрытия двух вершин. Здесь просто будет стоять в нашем конкретном случае двойка, а вообще здесь надо k написать. И, в принципе, для записи числа k может понадобиться больше, чем одного разряда в нашем примере. Потому что k может быть больше 10. Ну, вот напишем, используя столько разрядов, сколько нужно. Сейчас, только извиняюсь, надо начинать его записывать вот отсюда как раз. Вот, сейчас давайте разделим нашу матрицу. Вот чтобы младший разряд K приходился как раз вот сюда. Вот здесь мы записываем k, используя столько разрядов, сколько нужно, начиная вот с этого места, здесь самый младший разряд k. Ну, у нас так получилось, что одни двойки здесь, но это, так сказать, если бы k было равно 3, то здесь будет написано тройка. Вот тут ясно, что такой набор чисел x1, xn, y можно построить по графу и по числу k за полинальное время. Это сомнений не вызывает. Единственное, что там нужно доказывать, это, что это действительно правильное сведение. То есть, что в графе есть вершинное покрытие из k вершин в том и только в том случае, когда у нас задача кассира разрешима. Ну вот, вроде сведения я объяснил.
Ну, надо теперь доказать, что он годится. Но сейчас самое время что-то спросить, если непонятно. Наташ, понятно сведение? Да, понятно. Что-то я не слышу ничего, мне, наверное, отключен. Да? Ага. Вы сейчас слышите? Да, вот теперь слышу. Все понятно. Да. Ну вот давайте. Да, ага. Да, конечно. Правильно ли я понимаю, что в каждом из столбцов, вот скажем, столбец С возьмем, да. В нем суммарно всегда будет 3 единицы, по да. Одной за каждый из концов и одна внизу? Да, верно. Значит ли это, что сумма в этом столбце не может быть больше 3? Да. Это объясняет, есть, кстати, почему мы взяли... Слева К, а справа двойки, да. Да, то это есть... объясняет, кстати, почему мы взяли четырехъединичную систему. Потому что складывая вот в этой, в правой части матрицы числа, как это обычно, там, столбиком, у нас никогда не произойдет переполнение. То есть, ну, в том смысле, что перенос не понадобится никогда использовать. Я понял, то есть здесь внизу двойки, а слева внизу К, которая просто, да, я просто почему-то подумал, что везде К, и поэтому... Ошибки. Да, да. Вот. Не везде К, там именно двойки нужны. Ну вот давайте теперь я объясню соответствие. Надо объяснить, собственно, какое соответствие между вершинными покрытиями и вот множеством мест, которые реализуют вершинное решение задачи Кассира. Но давайте здесь отметим какое-нибудь вершинное покрытие. Давайте я лучше другой цвет возьму. Там красненький. Вот пометим красненьким две вершины, которые мы решили взять вершины покрытия. Вот их две. Вот действительно видно, что все ребра покрыты. При этом ребро B покрыто дважды, а все остальные по одному разу. Так вот, ему соответствует следующее решение задачи Кассира. Мы отбираем те строки в первой части матрицы, которые соответствуют вершинам покрытия. Ну, то есть мы вершинам покрытия 1 и 3 вершины, значит, мы отбираем вот первую строчку и третью. Значит, что нам дает то свойство, что это вершинное покрытие? Это нам дает, что в каждом столбце, если складывать отобранные числа, пока мы только два отобрали, в каждом столбике будет хотя бы одна единица. Ну вот здесь в D-столбце будет ровно одна единица, в C-столбце ровно одна, в B-столбце две, это потому что оно покрыто дважды. И в А-столбце ровно одна единица. А затем мы еще из второй части матрицы, в которой у нас в каждом столбце есть одна единица, хотя бы в какой-то из этих чисел, отбираем столько чисел, чтобы при сложении того, что мы уже отобрали, с тем, что мы еще вновь отберем, действительно получились везде двойки. Но в нашем примере нужно взять первым, вот А строчку, Б не нужно, потому что там и так две единицы, С и Д. Вот. Значит, каждому вершинному покрытию будет соответствовать вот такое решение задачи Кассира. Но почему это действительно решение? В младших разрядах во всех позициях во всех младших разрядах будут двойки, как и нужно. А в старшем будет в старших, вот эти, будет ровно К, но просто потому, что вершинное покрытие по условию состоит из К вершин. Здесь мы пишем К, и вот он как раз и получится, если здесь, значит, вот в первой части матрицы, в этой старшем столбце, будет отобрано К единиц, которые в сумме сложатся как раз в К. Вот. В этом, при сложении этих единиц, разумеется, может происходить перенос, но это нам уже не важно, потому что мы как раз здесь К записали. Значит, что мы доказали? Мы доказали вот импликацию в одну сторону, а именно из вершинного покрытия мы построили решение задачи Кассира. Значит, вершинное покрытие мы произвели в S, множество S. Вот. Разумеется, этого недостаточно, нужно еще в другую сторону. Нужно объяснить теперь наоборот соответствие описать. Представить себе, что здесь наоборот мы взяли какое-то решение вот этой задачи, почему его можно преобразовать назад в вершинное покрытие. Ну, это уж совсем просто объяснить.
Значит, смотрите. Представим себе, что мы вот это число y как-то представили как сумму каких-то из этих чисел. Ясно, что из второй части матрицы мы могли взять максимум одну единицу. Поэтому в каждом столбце можно получить двойку только в том случае, если вот отмеченные, выбранные строчки из первой части в каждом столбце содержат хотя бы одну единицу. Поэтому, если просто взять теперь номера всех строчек, числа, ну вот, всех отобранных строчек, они будут обязаны в графе образовывать вершинное покрытие. Потому что в каждом столбце там хотя бы одна единица есть. Но по построению вот этой верхней части матрицы это означает, что все вершины покрывают, отобранные вершины покрывают все ребра. Теперь, почему их будет ровно k отобранных вершин? Значит, мы смотрим для этого на этот столбец, на старший, и замечаем, что у нас переноса при сложении не может быть. Поэтому, чтобы в старших разрядах получилось ровно k, из первой части мы должны отобрать ровно k единиц. Иными словами, в вершинном покрытии действительно будет ровно k вершин. Вот так доказывается вторая часть. Вот. И вроде все. Рассуждение закончено. Ну что? Какие вопросы тут? Ну ладно, будем считать, что понятно это. Вот тем самым мы доказали NP-полноту задачи Кассира. Это такая главная задача, числовая, с помощью которой доказывается полнота разных числовых задач, таких много очень задач. Так, давайте я теперь следующую задачу. И следующая важная задача, которую часто сводят другим, это задача... называется три раскраска. Значит, в исходном данном эта задача является обычный граф, то есть неориентированный. Без петель, без этих самых бескрасных ребер, самый-самый такой обычный граф. А надо узнать, можно ли его раскрасить в три цвета. Ну, речь здесь идет о раскраске вершин. То есть каждую вершину надо покрасить в один из трех цветов. И так, чтобы если у нас две вершины соседствуют, то они имели разный цвет. Допустим, это цвет красный, а зеленый. Если у нас красный, зеленый, синий. Вот раскраска в три цвета корректная треугольника. Задача это... Ее часто по-другому формулируют, вот так, чтобы было поживее. Говорят, что представим, что вы собрались организовать вечеринку, и у вас три комнаты. И вам надо распределить гостей по трем комнатам так, чтобы в любой комнате были только друзья. То есть для каждой пары гостей вам известно, дружат они или нет. И любые два человека, которые в одной комнате, должны дружить друг с другом. Ну, значит, исходным данному соответствует граф, где просто вершины соединяются, когда они не дружат друг с другом. А раскраска в три цвета – это распределение по комнатам. Значит, то, что соседние вершины имеют разный цвет, как раз означает, что те, кто не дружит, находятся в разных комнатах. Вот. Ну, еще можно сказать, что эта задача берется из раскраски карт
значит, географических. Каждому, каждой географической карте можно поставить граф, если выделить, значит, если страны считать вершинами, а ребрами соединять граничащие страны, значит, раскраска карты должна быть таким свойством, что соседние государства имеют разный цвет. Вот. Еще имеется такая известная теорема о раскраске графа четыре цвета, которая говорит, что любой граф планарный, то есть если его можно изобразить на плоскости, то можно сказать четыре цвета. Но, значит, это сейчас это было отступление, она нас вот интересует вот именно такая задача, можно ли рассказать три цвета. И вот для трех цветов это задача НП полная, для четырех тоже, ну вообще для любого количества цветов, начиная с трех, а если два цвета, то она может быть решена за премиальное время. То есть аналогичная задача 2 coloring решается за премиальное время, а это уже НП полная. Ну, опять же, ясно, что она принадлежит НП, здесь сертификатом будет сама раскраска. Если нам дана раскраска с вершиной граф, то мы можем перебрать все ребра и проверить, что их концы имеют разный цвет. То есть это делается, очевидно, за премиальное время. Но это очевидно, а мы докажем неочевидную часть. Это то, что, значит, эта задача НП полна. И к ней мы сведем задачу от 3 КНФ. То, что и там три, это совершенно случайная вещь. Мы бы могли свести 3 КНФ и 4 калори, но не 4 КНФ, 3 калори. Это как непонятно, как сделать просто. Ну, разумеется, это тоже сводится, потому что любые две НП полные задачи сводятся друг к другу. Значит, итак. Что нам дано? Нам дано 3 КНФ. Давайте для примера напишу какую-нибудь 3 КНФ. Значит, x1, допустим, или x2 с чертой, или x3. Давайте я сейчас буду для простоты технически считать, что у нас все конъюнкции, все скобки содержат ровно 3 переменных. Там, я думаю, что вы самостоятельно сможете модифицировать доказательства для общего случая. Вот что-нибудь такого рода нам дано. Ну, эта формула, очевидно, выполнима, но я нарисовал просто для примера. Значит, из формулы нам нужно изготовить граф. Значит, делается следующим образом. Граф будет, во-первых, состоять из трех вершин. Такой эталонный треугольник мы назовем. Ясно, что эталонный треугольник, все его вершины должны иметь разные цвета. И, кроме того, ясно, что если есть какая-то раскраска графа, то мы там можем переставлять цвета друг с другом. То есть просто взять любую перестановку трех цветов и применить ее к графу. Поэтому без ограничения общности можно считать, что вот этот треугольник раскрашен стандартным образом. Давайте мы скажем, пусть у нас цвета называются 0, 1, и вот эти нули единицы будут иметь тот же смысл, как вы сейчас увидите, что те значения переменных, которые мы подставляем в формулу нули единиц. А третья вершина, неважно, как цвет обозначить, давайте называть его красным. Значит, вот у нас цвета 0, 1 и красный. И вот граф, прежде всего, состоит из этого треугольника. А дальше в нем будет вот что. Для каждой переменной мы заведем две вершины, который мы обозначим одну как это переменная, а другую как это переменная с отрицанием.
В нашем случае будет такие 5 пар вершин. Потому что 5 переменных формулы. Вот, и эти пары вершин мы соединим ребрами друг с другом. Что заставит нас их раскрасить обязательно разный цвет. И дальше мы хотим, чтобы этот цвет, как мы будем говорить, являлся булевским. То есть это либо 0, либо 1. Но для этого просто нужно все эти вершины соединить с красной вершиной. И это будет гарантировать, что они покрашены именно в булевские цвета. Ну и так далее. Вот. И раскраска вот этой части как раз будет моделировать присваивание нулей единиц переменным. Значит, если мы присваиваем, допустим, x1 единицу, то это означает, что x1 мы раскрашиваем в цвет 1, а x1 чертой в цвет 0. То есть единица соответствует истине у нас, 0 соответствует лжи. И цвет вот этого литерала, это как раз есть его истинность или ложность. И то, что мы так все грамотно сделали, означает, что у нас из каждой пары перемен, ну, литералов, связанных ребром, один истинный, один ложный, как и положено для истинности или лжи при выборе значений переменных. И теперь нам нужно еще обеспечить какими-то специальными дополнительными вершинами, соединением с этим, что вот раскраска этой части графа может быть продолжена до раскраски всего графа, тогда и только тогда, когда это формула истины. То есть как бы здесь нужно такой вычислитель истинности, формула сделать? Это делается с помощью такого особенного гаджета, который устроен таким образом. Вот давайте я этот гаджет нарисую. Значит, надо взять 3 вершины. Еще 3 вершины. И вот у него будет 3 висячих ребра у гаджета, вот здесь вот, которые будут соединяться с этими, вот с этими вершинами. И вот эта вершина, мы ее будем считать, что она обязательно красная. Ну, это очень просто сделать. Ее надо соединить просто с нулем и единицей. Это гарантирует, что она обязательно красная. Вот с этими вершинами соединить. Давайте я не буду этого рисовать, чтобы не перегружать картинку. Мысленно представим, что вот эта вершина соединена с нулем и единицей, что заставляет нас покрасить ее именно в красный цвет. А теперь надо вот про этот гаджет доказать такую лемму, что он моделирует вычисление... дизъюнкция. То есть представим себе, что на каких-то, на вот висячие вершины соединены с булевскими значениями, там B1, B2, B3. Значит, пусть B1, B2 и B3 покрашены в цвета 0 либо 1. Мы их как раз соединим вот с XI или с XI с чертой, и тем самым эта посылка будет выполнена. Тогда остальные вершины, ну вот у нас остальные, учитывая, что это уже красное, то у нас остается остальных там 5 вершин. Тогда 5 вершин можно раскрасить. Ну, имеется в виду корректно, то есть чтобы соседи имели разный цвет, как это положено. Можно раскрасить. Тогда и только тогда.
Значит, когда B1 или B2 или B3 равно единице. Когда, то есть среди этих B это хотя бы одна единица. То есть этот гаджет раскрашиваем тогда только тогда, когда дизъюнкция этих битов равна единице. Ну, значит, почему это так? Давайте сначала поймем вот что. Сначала рассмотрим треугольник, который является вот этой вот частью нашего гаджета, и представим, что на его входах, ну, сейчас, он соединен с вершинами, которые покрашены в какие-то цвета, три цвета. Когда, значит, пусть какие-то вот здесь А, Б, С вершины. Вот подумайте, что нужно потребовать от А, Б и С, чтобы этот треугольник можно было раскрасить. При каком условии на А, Б и С треугольник это можно раскрасить? А при каком, значит, нельзя? То есть нужны критерии, найти критерии того, что треугольник можно раскрасить. Кажется, если они все одинаковые, то нельзя, а иначе всегда можно. Действительно, если они все одинаковые, то тогда нельзя. Ну, потому что, чтобы раскрасить треугольник, надо взять три разных цвета. И тогда один из этих трех цветов обязательно совпадет с этим А, Б и С. Ну, если А и Б и С одно и то же, вот, то тогда, очевидно, нельзя. С другой стороны, если А, Б и С не все одинаковые, тогда довольно просто. Значит, если А, Б и С вообще все разные, то можно просто взять, как бы вот повернуть это на эту А, Б и С на 120 градусов. Ну, то есть это покрасить в А, это покрасить в Б, а это покрасить в С. Значит, если А, Б и С все разные, то вот такое годится. А если из них есть две одинаковых, вот, допустим, у нас А, А, а есть какой-то другой Б, то тогда ясно, что можно вот это покрасить в А, в тот цвет, который нельзя использовать здесь. Вот. А используем мы то, что Б отлично от А, то есть не все цвета вообще одинаковые. Тогда вот эту можно вершину ВА раскрасить. Ну, а для этих просто два оставшихся цвета надо взять. Там Б и третий цвет. Вот. То есть вот такой треугольник можно раскрасить тогда и только тогда, когда концы его, ну, вот эти висячие ребра, их концы не все одного цвета. Ну, вот после этого лемма становится совсем очевидной. Значит, смотрите. Представим себе, что нам дано, что вот здесь нули единицы. И давайте объясним, как тогда мы раскрасим вот этот гаджет. Значит, пусть сначала B3 равно единице, но тогда это дает нам возможность вот эту вершину покрасить в цвет 0. То есть не то, что раскрасить дает возможность, это можно было бы... А, нет, правильно, если бы здесь было 0, то нельзя бы раскрасить цвет 0. А... Сейчас. Эту вершину-то в цвет 1. Что-то не то. А, наверное, неправильно гаджет просто нарисовал. А, наверное, эту вершину в цвет 1 как раз нужно раскрасить, да. Сейчас, давайте я попробую справиться. То не получается ничего. Значит, вот эта вершина должна быть цветом цвета 1. То есть ее надо соединять с вершинами в базовом треугольнике цветов 0 и К. Вот. Итак, значит, начинаем доказать эту лемму. Пусть это имеет цвет 1. Тогда мы вот эту покрасим в цвет 0, вот эту в красный цвет. И тогда этот треугольник точно можно раскрасить, потому что мы знаем, что B1, B2 принимает булевские значения, то есть 0 и 1, а значит, у этого треугольника не все соседние вершины одного цвета.
Значит, это мы разобрали случай, когда здесь единичка. Теперь пусть здесь ноль. Наоборот. Но тогда эту вершину уже мы вынуждены в цвет К покрасить. Эту в цвет ноль. И дальше мы знаем тогда, что среди B1, B2 есть хотя бы одна единица. Потому что у нас известно, мы предположили, что среди B1, B2, B3 есть хотя бы одна единица. Здесь есть хотя бы одна единица, и поэтому опять у этого треугольника не все соседи одного цвета, потому что один, ну вот один цвет ноль, а здесь единица цвета. Или здесь единица. Вот. Это мы разобрали в одну сторону левую. То есть, когда дизъюнкция равна нулю, единице, то гаджет можно раскрасить. Но это, конечно, не все, а надо теперь рассмотреть случай, когда дисфункция равна нулю. То есть B1, B2, 3, B3 все имеют цвет 0. И тогда мы сейчас легко увидим, что треугольник раскрасить нельзя. То есть если здесь одни нули, то тогда мы, значит, это единица у нас. То тогда здесь обязательно красный, здесь обязательно цвет 0. И получается, что у нас все соседи вот этого треугольника имеют один цвет, а именно ноль. И мы убеждались, что тогда ничего не получится. Вот. Это завершает доказательство нашей леммы. Теперь мы в этот гаджет доказали все, что нам нужно. И осталось только правильным образом соединить этот гаджет. Ну, нам понадобится не один гаджет, а для каждой скобки свой гаджет. То есть в нашем случае три. И соединяется он самым естественным образом. Вот эти вот висячие вершины, как я сказал, их надо соединять вот с нашими литералами. А именно, вот первая скобка у нас содержит x1, x2 с чертой x3. Ну, прямо и соединим, значит. С x1, с x2 с чертой. Ну, в любом порядке. У нас вот эти все висячие ребра, они равноправные. И, значит, вот третий с x3. Вот сюда, значит, третий. Ну, и там для второй скобки второй гаджет изготовим. Значит, вот второй гаджет, дайте g обозначим. Соответственно, его надо будет соединить с x2, с x4 и с x5. Ну и третий гаджет. Соответственно, его вот соединим с 4. Вот. Все, значит, граф мы полностью построили. Значит, итак, граф состоит из базового треугольника, 2n вот таких ребер, которые соответствуют, если n у нас было переменных в формуле, и столько гаджетов, сколько у нас скобок. И каждый гаджет соединяется, вот его висячие ребра с литералами, которые вот у нас уже нарисованы, которые входят в состав графа. Теперь что нам обеспечивает лемма? Лемма обеспечивает то, что эта сводимость правильная. Ну, правильная в каком смысле? Что исходная формула выполнима тогда и только тогда, когда граф, можно сказать, три цвета. Ну, опять нужно в обе стороны доказывать, но здесь это совсем просто уже. Значит, вот в эту сторону, если формула, давайте фи назовем, если фи выполнима, то g можно раскрасить. Но это ясно. Значит, если она выполнима, то базовый треугольник мы уже договорились, как раскрашивать. Из этих ребер мы их концы раскрасим так,
как говорит нам выполняющий набор. Значит, выполняющий набор, да, формула, он говорит, какие перемены сделать истинными, какие ложными. Соответственно, мы сделаем эти истинные, вот эти литералы, сделаем, чтобы они имели цвет один, а ложные цвет ноль. Лемма гарантирует, что все гаджеты после этого можно раскрасить. Почему? Потому что в каждой формуле, в каждой скобочке есть хотя бы одна единичка из того, что формула истинная. А это значит по Лемме, что каждый гаджет, вот у него на одном из висячих ребер наконец единичка, остальные нули. И при этих условиях Лемма говорит, что, значит, можно раскрасить все гаджеты. И тем самым все граф, весь граф окажется раскрашен. Теперь в другую сторону. В другую сторону также просто. Значит, если же можно раскрасить этот граф, то без ограничения общности мы знаем, что базовый треугольник мы можем раскрасить так, как нарисовано. Дальше. Эти вершины как-то будут раскрашены. И вот их раскраска даст нам набор значений, при которых формула будет истинна. А истинна она будет при данном наборе значений, потому что лемму мы применим в обратную сторону. Раз гаджеты можно раскрасить, это значит, что хотя бы один из соседей вот этих висячих ребер, концов висячих ребер, имел цвет единица. Но мы знаем, что они имеют цвета 0 и 1, поэтому действительно лемму можно применять и вывести, что хотя бы один из концов имеет цвет 1. Но это означает, что при данном наборе значений, значит, в каждой скобке есть истинный литерал, то есть вся эта конъюнкция является истинной. Ну вот. Так, есть ли вопросы какие-нибудь теперь? Наташ, понятно было? Вопросов нет. Понятно. Валерия, а вам понятно? Валерия, наверное, отвлеклась. Ну, хорошо, ладно. Теперь, значит, сейчас, не пора ли перерыв уже делать? А, ну, правильно. Давайте сейчас перерыв сделаем. Чуть я задержался перерыв. Значит, до 24 минут. Перерыв продолжим. Она все равно берет. Я закрыла, она орет. Это просто вообще такая уже стала. Манипулятор майор. Ну, надо как-то... Довольная! Так, сейчас. Сейчас нам баба Нина две банки икры, две банки смородинки. А, кабачков. Кабачков. Ну, чуть посиди, покушай. Я тут с тобой рядом. Тут тяжелая, я снимаю.
Кушай, кушай. Ну, как ты кушаешь его? Как зубы-то точишь, а умница. Хорошо, хорошо. На, ручки. Сейчас возьму, давай ручки. Да? Еще попрызу, я. Как Так, давайте будем продолжать. Так, что-то мне еще кто-то написал. Сейчас. Да-да-да, Валерия, все, я понял. Вот тут. Так, ну вот продолжаем. Давайте я на новую страницу перейду, на 11. И вот последний из таких, так сказать, из джентльменского набора НПО полных задач, это задача, которая называется Гамильтонов цикл. Задача Гамильтонов цикл, Гамильтоновым циклом. Давайте синий цвет. Ну, давайте, HC, кратко. И что такое Гамильтонов цикл в графе? Это такой цикл, который ровно по одному разу проходит по всем ребрам. Вот. Ой, по всем вершинам. Вот давайте, вот он у меня синим обозначен, а те ребра, которые он не использовал, я обозначу там черным цветом. Вот у нас в графе всего ребра, вот сколько нарисовано, синие или черные, и синим обозначен ребра, которые входят в Гамильтонов цикл. Гамильтонов цикл – это такой цикл в графе, который ровно по одному разу посещает все вершины. Ну, не путать его надо с Тейлоровым циклом. Я вот хотел как раз запутался. А Эйлеров – это наоборот, по каждому ребру он должен проходить ровно один раз. А,
Так вот, задача стоит в том, что дан граф просто обычный, опять же, без цикла, без кратных ребер. А вопрос состоит в том, существует ли гамильтонов цикл в графе G. Но опять же, ясно, что это задача НП полная, то есть, что она лежит в НП, потому что вот сам цикл и является сертификатом наличия в графе гамильтонов цикла. Ну, а чтобы задать цикл, надо просто задать перестановку вершин. То есть, вот в нашем случае, там, допустим, 1, 2, 3, 4, 5. Наш цикл можно задать, например, перестановкой 1, 2, 4, 5, 3. Ну, и тем самым, если всего n вершин, это даст n умножить на лог n бит. То есть по длине входа, которая там... Ну, чтобы задать граф на n вершинах, нужна матрица инцидентности, она имеет n квадрат. Ясно, что это вообще ограничено линейным многочленом от длины входа. Теорему, которую мы докажем, гласит, что это задача NP полная, ну или более конкретно, мы сведем опять вершины покрытия к ней. Ну, опять, потому что мы так делали для задачи кассира. Вот, значит, как это делается? Здесь можно немножко запутаться, потому что при сведении один граф надо преобразовывать в другой граф. Но, правда, у нас не просто граф дам-дам, а еще и G, и число k, размер вершинного покрытия. И по нему мы за полинальное время должны построить новый граф. Ну, давайте уже штрих назовем. И никакого числа, ну, с таким свойством, что в же штрих есть вершинное покрытие, тогда и только тогда, когда в же есть... Сейчас, в же штрих есть гамильтонов цикл, тогда и только тогда, когда в же есть вершинное покрытие из k-вершин. Ну, давайте я объясню, как устроено сведение. Вот мы берем наш исходный граф. Допустим, вот такой. Вот для конкретности возьмем еще k. Значит, наш исходный граф G. Ну, давайте k возьмем таким, чтобы было вершинное покрытие. Скажем, что какой здесь вершинный покрытие можно взять, вот красный, пометь что-то. Вот две вершины можно взять. Давайте я лучше три возьму, так, тогда у нас будет не наименьший вершинный покрытие, но это не важно. Значит, вот у нас три вершины, k будем считать равным трем. Для определенности. Вот, нам дано G и K. И нужно построить новый граф. Значит, новый граф будет устроен таким образом. Там будут выделены K вершин. 1, там 2, ну и K. В нашем случае K равно 3. Вот, ну, в общем случае какие-то K вершин. Ну, давайте их назвать базовыми. Вот будет K баз. Кроме того, мы тоже будем такой использовать специальный гаджет. Кстати, я забыл сказать вот по поводу предыдущего сведения, что там вот нетривиальные вещи очень, это вот сам по себе гаджет. До него надо было додуматься. Здесь тоже будет нетривиальная такая вещь, другой гаджет, но мы будем называть его мостиком. Он выглядит вот таким образом. У него будет 4 висячих ребра, а кроме того, значит, 12 вершин. На одной стороне 6, на другой 6. Висячие ребра будут вот тут.
И вот эти две стороны мостика будут соединены вот таким образом друг с другом. На пересечении этих двух ребер никакой вершины нет. Вот. Вот такие мостики мы возьмем для каждого ребра. Значит, вот у нас, давайте для определенности, у нас вершины занумеруем числами 1, 2, 3, 4 и 5. Значит, вот по одному мостику мы заведем на каждое из на каждое ребро. Вот, например, ребро, соединяющее 1, 3, будет соответствовать этот мостик. Значит, чтобы не запутаться, давайте пометим вот эту сторону единицей, а эту тройкой. Вот, еще единица соединена с пятеркой, значит, нужен еще второй мостик. Который будет помечен 1 и 5. Пятерка еще соединена с двойкой. Соответственно, у нас будет мостик 5, 2. Еще, с чем она еще соединена? С четверкой будет мостик 5, 4. Так, что у нас еще есть? Еще тройка соединена. Значит, тройка с чем соединена? С четверкой. Значит, и какое ребро-то еще не учтено у нас? Значит, для тройки на все ребра, для четверки все. Для пятерки все. Ну и для двойка, где она? На одно ребро. Вроде все. Значит, у нас 5 ребер, да, 5 мостиков. Вот. И эти мостики надо соединить довольно хитрым образом. Но прежде чем объяснять, как мы их соединим друг с другом и с базами, давайте я объясню ключевое свойство мостика. Ну, его бы стоило в виде лемма сформулировать. Давайте я, тем не менее, не буду писать. Лемма о мостике. Я назову. О мостике. Она говорит следующее. Как мостик может быть включен в гамильтонов цикл? Вот смотрите, представим себе, что мостик, вот все внутренние вершины, вот эти, за исключением вот этих четырех, они с внешностью не соединены. Поэтому цикл из внешности может прийти в мостик по одному из четырех ребер. Давайте скажем, вот он вошел вот так вот. Что дальше может сделать цикл? Он обязан идти туда. Вот он вниз не может пойти. Почему он не может вот из этой вершины пойти вот в эту вершину? Потому что если он пойдет из этой вершины в эту вершину, то тогда эта вершина уже гамильтонов цикл не может быть никак включена. Потому что из нее можно попасть, в нее можно попасть только из этой вершины, а выйти из нее уже нельзя будет никуда, потому что эта вершина ранее была пройдена. Поэтому, если гамильтонов цикл вошел вот в такую вершину, он обязан идти дальше сюда. Отсюда ясно, что он опять дальше сюда должен идти. Потом здесь у него есть развилка. Он может пойти вниз, а может пойти вправо. Ну, давайте считать, здесь действительно можно и то, и другое. Давайте поймем, что будет, если он пошел вправо. Если он пошел вправо, то дальше он попал в эту вершину, и опять вниз он пойти не может, потому что иначе вот эта вершина окажется вне цикла. Поэтому, если он здесь решил пойти вправо, он опять должен идти направо, направо. Здесь вниз нельзя идти. Потому что если он здесь пойдет вниз, то дальше он обязан пойти сюда, чтобы захватить эту вершину. Но тогда вот эта вся часть, вот эта вершина уже будет лишена гамильтонового цикла. Вот. Значит, если цикл
вот в этом месте выбрал идти прямо, то он должен вот так же и выйти. То есть лемма будет говорить следующее. А, ну давайте я еще вторую возможность рассмотрю. Значит, если он наоборот пошел вниз здесь, вот сюда пошел, то есть вот это вот так мы не пошли, а пошли вниз, вот сюда, то дальше он обязан идти именно сюда, он не может покинуть мостик, потому что иначе эта вершина не будет включена в цикл. Он должен идти сюда, сюда, сюда. Дальше ему только так выбор. Туда он пойти не может, потому что эта вершина, кажется, не включена. Сюда. Дальше он выйти не может, потому что иначе вот эта вся часть окажется не включена. И поэтому из этой вершины он обязан опять подняться вверх и выйти вот так. То есть что говорит лемма о мостике? Что мостик можно пройти двумя принципиально разными способами. В какой-то часть цикла пройти одну сторону мостика, а потом пройти другую. Ну вот, например, вот так, а потом вот так. Или вот так, а потом вот так. Это первая возможность. А вторая – это за один проход сразу пройти обе стороны. И при любом из двух способов, если мы вошли в цикл по один стороне, то и вышли обязательно по один стороне. Ну, в общем случае. Если мы, у нас сторона отождествляется мостиков с вершинами. Если мы по у стороне вошли, то и выйти должны по у стороне обязательно. Мы не можем войти по у стороне, а выйти по в стороне. То есть каждый мостик, если мы вошли по у стороне и выйти, тоже можем по у стороне. И каждый мостик по нашему желанию можно пройти двумя способами. Сначала пройти все вершины у стороны, а потом когда-то все вершины в стороне или сразу. Вот. Это ключевое свойство вот этого мостика, до которого опять как надо было додуматься. Как вот такой соорудить гаджет. Вот. А теперь, используя эту лемму, мы уже можем объяснить, как мы, значит, соединим эти мостики с базовыми. Это делается так. Мы для каждого У все У стороны соединяем между собой. То есть мы их как-то упорядочиваем произвольным образом. У стороны. Ну, допустим, один стороны. Можно сначала эту взять, а потом эту. И соединяем висячие ребра просто друг с другом. Вот так, иными словами. Дальше. Вот, допустим, пять стороны, их три. Мы их соединяем, вот мы их упорядочиваем, допустим, так, это, и вот их соединяем. И после этого дальше, сейчас, что-то у нас две стороны. А, у нас одна только два сторона. Четыре стороны у нас и две, значит, их вот так надо, например, соединить. И три стороны тоже две. И вот так. Вот, после этого у нас все у стороны для каждой вершины окажутся соединенными друг с другом, и там останутся две висячих вершины, два свободных ребра висячих. И эти свободные ребра мы соединяем со всеми базами. То есть вот и с этой, и с этой. И с этой. И то же самое со всеми вот свободными. Тут вот есть два свободных ребра из одной стороны. Их тоже соединяем со всеми. То есть из каждой базы будут вести довольно много ребер, а именно количество ребер, ведущих из каждой базы, это удвоенное количество вершин в графе. Потому что каждая база соединена с двумя у сторонами. Ну, как бы вот у стороны мы, можно говорить, у стороны соединяются друг с другом
образую как бы бусы, и свободные концы бус подвешиваются к базам. Там вот у нас базы B1, B2, B3, BK. Значит, вот такая хитрая конструкция графа нам поможет. Теперь дальше, значит, ну, ясно, что это все за полинальное время можно изготовить такой граф, пусть за линейное. И дальше нужно объяснить, почему это сведение работает. Теперь нужно доказывать вот такое утверждение, что если есть вершинное покрытие, то есть гамильтонов цикл и назад. Ну, давайте в эту сторону. Тут на самом деле это уже не сложно, доказывается. Значит, вот у нас есть вершинное покрытие, допустим, 3, 4, 5. Тогда мы берем и гамильтонов цикл рисуем так. Мы произвольным образом упорядочиваем эти вершины. Допустим, пусть они вот так 3, 4, 5 упорядочены. Дальше мы из первой базы идем в начало бус в начале тех бус, которые соединяют три вершины друг с другом. Вот. Ну, у нас, правда, здесь есть двоичный выбор, бинарный выбор. Мы могли бы вот пойти сюда, в другой конец, но это не важно куда. То есть просто идем в начало бус, а затем проходим все бусы. То есть вот проходим вот все это, так, у нас три стороны было, и возвращаемся на вторую базу. При этом, когда мы проходили каждую мостик, у нас вообще-то была возможность захватить еще и вторую сторону. И мы эту возможность используем так. Если вторая сторона входит в вершинное покрытие, как вот здесь, то мы ее оставляем в покое. Мы проходим мостик, соответствующий первым способом. А если она, вершинное покрытие, не входит, то мы проходим вторым способом. Вот, например, в этом случае вершина 1, вершинное покрытие не входило. Это значит, что мы этот мостик проходим не так, как я нарисовал, а вот как. Мы его проходим вторым сложным способом. Вот, и возвращаемся сюда. Ну, дальше то же самое делаем со второй вершинного покрытия. То есть мы идем дальше сначала бус номер 4. Ну, это значит, мы пойдем вот сюда. Проходим вот этот мостик, но только одну его сторону. Затем переходим на второй мостик. Проходим его, и вот сторону 5 надо оставить в покое, потому что вершина 5 входит в вершинное покрытие, возвращаемся на третью базу. Вот. Ну и с третьей базы мы идем на 5 сторон, потому что теперь надо пройти все 5 сторон. Ну и, соответственно, каждый мостик, мы проходим сложным способом, захватывая и эту сторону, потому что вершина 1 не включена. То есть мы его проходим вот так. Дальше второй мостик – это 5-2. Его тоже сложным способом проходим, потому что вершина 2 тоже не включена. Вершинное покрытие. А последний мостик мы проходим простым способом, потому что вершина 4 включена. И дальше мы возвращаемся просто в начало пути, то есть в ту базу, с которой мы начали наше путешествие.
Вот, обратите внимание, что в нашем примере мы действительно изготовили гамильтонов цикл. Мы прошли все вершины ровно по одному разу. Но это в общем случае, конечно, так. Мы, значит, из-за того, что наше выбранное множество образует вершинное покрытие, это гарантирует нам, что таким образом мы можем пройти все мостики целиком. Ну, все базы мы проходим просто по построению, а все мостики мы пройдем, потому что каждый раз, проходя очередной мостик, мы заботимся о том, чтобы пройти и другую сторону, если другая сторона, соответствующая ей вершина, не включена в вершинное покрытие. Вот. Ну, вроде бы это должно быть понятно, вот в эту сторону. Дальше нужно еще в другую сторону, конечно. То есть нужно объяснить, как из гамильтонова цикла готовить вершинное покрытие. Как из гамильтонова цикла вот в этом графе построить вершинное покрытие. Но это делается так. Значит, вот рассмотрим предполагаемый гамильтонов цикл. Вик в этом графе. Значит, он обязан пройти все базы. Давайте их отметим. Вот база B1, вот база B2, там B3, ну, и так далее, BK. Теперь рассмотрим куски между двумя последовательными базами. Ну, допустим, вот между B2 и B3. Базы соединяются только с началами бус. То есть из базы мы можем пойти только в какую-то входную вершину какого-то мостика. Значит, эта входная вершина расположена либо на одной стороне мостика, либо на другой. Но стороны соответствуют вершинами. Ну вот давайте вершинное покрытие просто будем включать вот эти первые вершины, которые после базы мы встречаем. То есть мы на самом деле не сами вершины встречаем, а стороны мостиков. Но стороны мостиков мы отождествляем с вершинами, поэтому мы как раз можем вот таким образом К вершин идентифицировать. Ну, это будет У2, там это У3, это будет У1. Теперь, значит, на самом деле наша лемма мостики гарантирует, что вообще все стороны, которые на пути, скажем, от B2, B3, они все равны вот этой первой вершине. То есть фактически здесь только У2 может встречаться. Но имеется в виду, вот не вообще, мы, конечно, могли и так проходить, а имеется в виду входные и выходные вершины. Значит, входные и выходные вершины мостиков всех от B2 до B3 должны быть одинаковые. Это по лемме о мостике. И это очень важное свойство. Оно гарантирует, что вот эти... Ну, ясно, что их K вершин, во-первых, вот этих первых вершин. А во-вторых, они обязаны вершинное покрытие задавать в графе. Почему? Потому что рассмотрим произвольное ребро, про которое нам нужно доказать, графе, нужно доказать, что оно покрыто. Рассмотрим соответствующий ему мостик в графе. Этот мостик мы прошли как-то. Но рассмотрим первый момент, когда наш цикл просто вошел в этот мостик. Он вошел в какую-то... ну, он не обязательно здесь мог войти, не как первое, но где-то он должен был войти, вот, допустим, в этот момент. Но тогда это было на промежутке между какими-то двумя базами. Но все входные вершины между и выходные, ну даже не важно, что и выходные, важно, что все входные вершины, они одинаковые на пути между двумя базами. И одну из них мы, ну и эту вот одинаковую вершину мы включили в вершинное покрытие. Это значит, это ребро просто покрыто. Ну вот и все, собственно. Так, ну, время для вопросов. Валерия, понятно это? В обратную сторону, да. В ту я пропустила, на 10 минут выбыла. Ну, в ту на самом деле проще даже, чем в обратную. А поняли вы, как сам граф-то строится?
Сам граф и мостики? Да, да, да. Как мостики строить, как... А, да, я до этого момента как раз это послушала. Успела это. Ну, а в эту сторону это как раз просто. Потому что, смотрите, если у нас есть вершинное покрытие, то мы просто рисуем вот такой путь, соответствующий вершинному покрытию. Мы из первой базы идем в первую вершину вершинного покрытия, проходим все мостики с этой вершиной, возвращаемся во вторую базу. Со второй базы приходим во вторую вершину вершинного покрытия, проходим все соответствующие мостики. И проходя каждый мостик, у нас есть два способа пройти мостик. Захватив и вторую его сторону, или пройдя только по одной стороне. Мы вторую сторону захватываем, если вторая вершина мостика не включена в вершинное покрытие. Таким образом, мы гарантируем, что все вершины будут пройдены ровно один раз в нашем гранитовом цикле. Вот. Значит, хорошо. Дальше я вот о чем хочу рассказать. Вообще вся теория НП полноты, она признана для того, чтобы доказать, что разные задачи распознавания, очень большой класс их, сложные, потому что они сводятся все друг к другу, и тем самым каждая из этих задач сводится очень много задач. Но некоторые недостаток этого стоит в следующем. Вот рассмотрим, скажем, задачу о раскраске графа в три цвета. Ясно, что с практической точки зрения нам нужно не просто узнавать, можно ли раскрасить граф в три цвета, но и находить эту раскраску тогда, когда это возможно. И вот класс таких задач называется FNP. Значит, FNP... Ну, NP берется, аббревиатура, вот N – это non-deterministic P polynomial, а F – от слова функция. Значит, FNP – это класс задач поиска. Каждая задача из FNP задается, во-первых, вот таким отношением R полиномиально разрешимым и многочленом P маленькое. И заключается в следующем. Значит, вот задача поиска. Соответствующая паре R и P выглядит так. Значит, нам дано, исходное данное, это некоторое слово X. А надо найти такой Y длины, бинарное слово длины P от длины X, для которого пара XY находится в этом отношении. Ну, это очень похоже на NP. Задача из НП – надо не найти такой Y, а узнать, существует ли такой Y. А здесь надо его найти. Ну, и эту задачу вот найти надо понимать так, что, в принципе, такого Y может не существовать. Но тогда нужно выдать специальный символ, сказать, что его не существует. То есть, если оно существует, то его надо найти, а если не существует, то сказать, что его нет. Вот так формулируется задача поиска, соответствующая паре РП. Такой же паре РП соответствует и задаче из НП. Задача узнать, существует ли такой Y. Это задача разрешения. Они, конечно, очень похожи, но, тем не менее, их надо различать. И вообще говоря, в некотором смысле ясно, что задача поиска более сложная. Потому что задача... Там алгоритм, решающий задачу поиска, автоматически будет решать и задачу разрешения. Если этот алгоритм выводит слово «нет», то тогда такого «y» нет. А если он выводит какой-то «y», то значит, такой «y» есть. То есть в некотором смысле
каждая задача из НП сводится к некоторой задаче поиска. Но это оказывается верно и в обратную сторону. Что наоборот, каждая задача поиска сводится к некоторой задаче разрешения из НП. Ну, сейчас я объясню, во-первых, в каком смысле сводится, а потом и докажу. Но еще до этого я хочу вот здесь объяснить. F, значит, берется от слова функция. А при чем здесь функция? По существу речь идет о многозначной функции. Значит, каждому x сопоставляются вот такие y, для которых это верно. И таких y может быть много, а может быть и вообще не существует. То есть речь идет о том, что надо в некотором смысле вычислить вот такую многозначную функцию. Поэтому буква F. Вот. Теперь объяснить, в каком смысле сводится, можно так. Есть такое довольно сильное обобщение понятия сводимости Карпа. Это называется сводимость Кука. Давайте я расскажу ее, что это такое. И вот сводится, будет сводиться к распокуку. Давайте я сейчас ее объясню там, в простом случае. Что значит свести по куку вычисление одной функции к вычислению другой функции? Значит, пусть вот есть две функции, f и g, отображающие слова в слова. И мы хотим объяснить, да, и каждая функция соответствует задаче ее вычисления. И мы вот хотим объяснить, что значит, что задача вычисления функции f сводится по куку, обозначается это t и p. Сейчас я объясню, почему p и t. P от слова polynomial, полиномиальное время, а t от слова Тьюринг, потому что сводимость кука – это не что иное, по-другому, другое название – это полиномиальная сводимость Тьюринга. Потому что есть аналогичное определение без ограничения на время. Оно называется просто сводимость Тьюринга. Вот. Так вот, F сводится по куку к G. Если существует машина Тьюринга Саракова, сейчас я объясню, что такое Оракул. С Оракулом G, вычисляющая F. Вот, значит, что такое машина Тьюринга с оракулом? Машина Тьюринга с оракулом – это следующее устройство. Вот у нее, скажем, давайте считать, что одноленточная машина. Вот у нее есть рабочая лента, которая сначала дается x, для которого нужно вычислить f от x. И у машины есть дополнительная лента, на которой она может задать вопросы к оракулу. Вот она может здесь задать вопрос к оракулу. Что это значит? Она может здесь выписать произвольное слово y, и после этого магическим образом это слово y заменится на f от y. И мы считаем, что это происходит одномоментно, то есть на это тратится один шаг. Ну, иными словами, по существу речь идет о том, что алгоритму доступна внешняя процедура g, то есть он может вычислять значение внешней этой функции g на любом аргументе. Но обычно говорят, как бы, что задается вопрос к оракулу, а оракул нам отвечает, давая значение g. Функция g при этом даже не обязана быть вообще вычислимой для того, чтобы это имело смысл. Вычисление f с оракулом g может быть осмысленным, даже когда g вообще невычислимо. Такой вычислитель нельзя преобразовать в прямой вычислитель f, который без оракула это сделает. Вот. Но, значит, возможность вычислить f
с оракулом для G означает, что в некотором смысле вычисление F сводится, можно свести к вычислению G. Теперь нас будет интересовать непроизвольная машина Тьюринга. Вот если не ограничивать время, то это просто сводимость Тьюринга без буквы P. А вот если требовать, чтобы машина была полиномиальная по времени, когда мы говорим полиномиальная по времени, мы не учитываем, конечно, время ответа к оракулу, которое считается как бы мгновенным. А считается только количество шагов, которые машина затратила, ну, на все вычисления на рабочей ленте, на запись вопроса к оракулу тоже. Но оракул ответ, ну, ожидание как бы ответа оракула мы не учитываем. Считается, что это происходит мгновенно. Вот такое определение. Сейчас, понятно это было, Наташа? Да, понятно. Вот. В этом определении по существу нам не важно, что функции f и g были обычные, однозначные функции. В принципе, мы могли считать, что f и g – это многозначная функция. И тогда оракул нам вот что говорит, если g – многозначная функция. Если g от x определено, ну вот машина задала какой-то вопрос к оракулу, то есть написала здесь y. Если g от y определено, то оракул должен дать какое-то из возможных значений. Неважно, какое захочет, такое и даст. А если g от y не определено, то оракул должен, ну, там специальный символ написать, означающий, что не определено. Вот и все. Ну и, соответственно, машина тоже. Если функция, сама машина, если f от x определено, она должна какое-то значение f от x выдать, а иначе должна просто сказать, что нет, функция не определена. Таким образом, мы можем сводить вот по куку одну задачу поиска к другой, то есть вот две задачи из FNP, одну сводить к другой, или сводить задачу поиска к задаче разрешения. Тогда функция f – это вот многозначная функция, а g – это будет функция с значениями только 0,1. Ну и вообще, вот сводимость кука, она осмыслена практически для любых алгоритмических задач, какую вы не придумаете. Алгоритмическую задачу будет осмысленно спросить, там, ну, две. Сводятся они по куку друг к другу или нет. Но в моем курсе достаточно будет, ну, других мы не будем рассматривать вообще алгоритмических проблем, кроме проблем вот разрешения, проблем вычисления функций и вот задачи из FNP, то есть проблема вычисления многозначных функций. Вот. Ну, сейчас уже надо заканчивать. Таким образом, я не буду доказывать, что NP и FNP в смысле сводимости кука сводятся друг к другу. Это в следующий раз. Вот. Есть ли еще вопросы какие-нибудь? Ну, хорошо. Тогда, значит, все на сегодня. До свидания. До свидания. До свидания.